что, погнали потихонечку. Какой-то... Бля, вообще пиздец. Какой-то замок. Или что это такое? Я не могу. Пока что. Так. Блядь, какие-то звуки непонятные. Ну да, да. Нам, конечно, придется идти в обход. На самом деле здесь очень неспокойно и жутко. Так что погнали быстрее хотя бы куда-то. Тем временем, блин, кончается батарея. Так. Так, тут ничего нету, да? Очень похоже это все на фильм «Репортаж» или «Карантин», кому как больше известно. Один американский фильм, но другой испанский. Не помню, какой точно. Кстати, тот чувачок с дубинкой, и куда нам вообще надо идти? Видимо, за нами будут здесь гоняться, потому что очень много шкафчиков. Как видите, опять же нам дают спрятаться в туалет. В туалет, блядь, все скрипит. Даже и не видел. Не знаю. Дело. Бери.
это, я не знаю, просто пипец. О, даже две батарейки. Отлично. Мне сейчас очень нужны. Так, а почему вниз, если мне написано было через верхние этажи? Ну, я не ищу легких путей, да? Дело какое-то возьмем. По всей видимости, больше тут ничего нету и уходим. Перезарядим нашу камеру. Так, что мы взяли? Сюда мы не попадаем. Чё-чё? Ключом дверь открывается. Опять нам нужен ключ, блядь. Так, вон этот священник грёбаный. Но последний раз, когда мы искали ключи, мне это занятие не очень понравилось. Когда мы бегали от этого, блядь, дома, ебана. И он, блядь, довел меня до истерики, он, можно сказать. Так. Понятно. Понятно. Что будет тут? Сетку открыть нам надо. Для начала запустить три предохранителя. Ну, беготни сейчас будет опять, я чувствую. Очень много. Она заметил, что ли, блядь. Я не знаю, что нам здесь надо. Спешки. Я не успел ничего особо так разглядеть. Так, один есть. Пригласите Вальридера. Господи. Так, а что мы там-то видели? Нет, никак мы туда не сможем попасть. Да, он ушел, но
Я очень не хочу заходить в эту комнату. Я, кажись, вижу еще один предохранитель. Бесчинствует просто. Давайте перезарядим нашу камеру. Ну это три, да, блин. Ой-ой-ой-ой. С этой же стороны, блядь, Додик. Ушел уже. Блин, 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 давай, 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 давай. Не думаю, он уже ушел. Давай бы. Что нам делать? Куда это упало-то хоть? Я что-то понять не могу. Куда-то вниз, да? Сюда. Тут точно.
трогает вроде бы пока что. А вот этот может тронуть. А почему именно сюда-то? Что-то он рассердился на нас. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, погоди. Погоди. А куда нам нужно? Ой-ой-ой-ой. Вот как. Отлично. Идите по кровавому следу. Ну и дальше что нам могут еще тут предложить. След-то туда ведет, да? Но мы пойдем пока что сюда. Еще одну батарейку. Ну, теперь можно смело сходить туда. Угу. Сразу запрыгнул, блядь. Сразу запрыгнул, сука. Так бы сразу. Так, так, так. Неужто? Что нас ждет тут? Что-то я не понял, а пол-то провалился или это я тупо дыру не заметил в полу. Еще одну
дело. На паузе можете прочитать его. Фу, блядь. А мы туда пойдем, да? Или погоди. Да, мы пойдем туда. Да я не один тут, кто пытался все заснять. После съемок. Чё ты настрочил там? Все два брата, что ли, блядь? Ёбаный насос. Камера еще отсвечивает дико. Да, кажется, это те два брата бугая, которых мы видели. Блядь. Наивный. Ой, не прокатит, я понял. Так, они идут с двух сторон, правильно? Батареечка. То есть и вырубают они сразу же. Получается, мне надо просто спрятаться здесь, оказывается. И дождаться удобного момента, вылезти и пробежать туда. Не, пацана вообще здесь. Видимо, батареи топят. Все нормально, уютно. Глушом можно щеголять спокойно. Я, наверное, зря так хлопнул. Бля, они же вернутся сейчас. Так, валим сюда. Стараемся тут проползти. Давай потихонечку. Отлично. Чё ты? Я как-то сомневаюсь. Согласен. Камера очень нужна. И чё мне? Чё мне сделать-то теперь, блядь? Тут ничего нету, видимо. А он не хочет идти просто в темноту без камеры. Весело. То есть нам нужна наша камера или нам нужна любая камера?
Рабочики вообще в край ёбнулись. Так, туда. Бля, ёбаный в рот. Слышь, блядь, урод. Камеру верни. Бля, понятно. Куда я иду, я вообще не понимаю. Просто не понимаю. О, нашли. Вообще великолепно, блядь. Какой нахуй способ, блядь, меня здесь сейчас убьют, блядь. Это пиздец. У нас есть немножко времени. Что делать, блядь? Мне сейчас отпиздят здесь просто. Да почему она не это? Дверь не работает. Отойди нахуй. Честно, я уже, блядь, заебался бегать так вот. Это все, конечно, очень хорошо. Почему не открывает эти двери, блядь? Да что мне делать-то, блядь? Ой, блядь. Забрали. Я еще раз туда пробежался, потом обратно, и так случайным образом я нашел.
нашел выход. Отлично, отлично. И давайте мы здесь и закончим, я думаю. Так что с вами был Женек. Всего доброго. До встречи. Надеюсь, вам понравилось. До свидания.